Международный институт социологии и политики провел в Алматы круглый стол о введении национальной валюты. На мероприятии встретились политологи, ведущие специалисты и молодые эксперты. Они обменялись уникальными знаниями и мнениями. Мы обсуждали историю развития национальной валюты, ее успехи и недостатки. Это очень важно, потому что глава государства назвал национальную валюту тенге одним из символов национальной независимости. Это источник и важный фактор экономического роста нашего государства. Не секретно, что существуют страны, которые вроде как независимые, но не имеют собственной национальной валюты. В Казахстане с этим делом полный порядок. Эксперты затронули политические и экономические аспекты, обсудили опыт других стран, рассказали о сложностях выхода из рублевой зоны и перехода к национальной валюте. Ее появление дало импульс формированию банковской системы и развитию рыночных отношений, отмечают специалисты. Мы сейчас рассказываем о том, насколько была сложная ситуация в 91-м, 92-м, 93-м годах, почему было принято это все, в смысле, почему был введен тенге, какие отношения, допустим, с Россией привели к этому, да, то есть технический какой вопрос был, да, то есть как, собственно, печатался тенге. Надо всегда вспоминать о том, как это все-таки процесс тенге, внедрение тенге, разработки был сделан, да, и все-таки цените наших государственных деятелей за то, что они смогли это сделать.